Не забывай чистить наплечники, дорогуша. Добро пожаловать в обновленный Эвернес. Во имя города. Что тебе нужно? Покажи. Они еще вернутся. Вот увидишь. Завала все еще играет. Взгляни на наши товары. Ты не пожалеешь. Я всегда здесь. Даже не представляете, что нас всех ждет.
спускайся. Проверяю. Все готово. Все готово. Кейт бы не хотел, чтобы ты расстраивался, Мил. Приступим. Когда ты шепчешь в пустоте, отвечу. Ты не выглядишь сильно побитым. Ага. В памяти все сливается воедино, верно? Или это только мне так кажется? Это похоже на то, что кто-то перерезает провода? Вижу, у тебя проблемы. Недостаточно убойной силы. Страж, что ты узнал о пирамиде? Мы не можем дрогнуть и не должны поддаваться страху. Страж. За работу. Сотни бойцов Улья выходят из адской пасти, но кто управляет? Thank you.
донесли, что тут есть склад краденного оружия авангарда. Нужно, Мариша, и забери товары. Мне нужно все. Thank you.
вот и проклятые рабы. Можешь не целить тебе в глаза. У них их просто нет. В нашем секторе упал военный спутник. Мне не помешала бы помощь в извлечении данных. Зафиксирована вражеская активность. Распутник.
Один активирует Валькирию. Мы не можем позволить Улью завладеть этим спутником. Отразить атаку Улья.
всегда открыт для новых сделок. Заключим сделку. Что-то привлекло твое внимание? Хороший выбор, друг мой. Замечательно. У тебя хороший вкус. Как там говорят у вас на земле, до возможной встречи. Кажется, клетка-изолятор падших скоро упадет с орбиты. Ван
Банши 44 просил принести ему все части оружия, которые нам попадутся. Давай поищем их у презренных.
Регистрирую приближение клетки изолятора Кабал к нашей позиции. Парней напали во время перевозки честно приобретенных товаров. Убеди воришек вернуть похищенное.
клетка изолятор Кабал скоро упадет с орбиты. Thank you.
меня есть к тебе поручение. Повыбивай кое-кому зубы. В той стороне есть похищенный контрабандный груз авангарда.
на приближение клетки изолятора Улья из тюрьмы старейшин.
Thank you.
сенсоры указывают на приближение клетки изолятора Улья из тюрьмы старейшин. Мне донесли, что тут есть склад краденого оружия авангарда. И забери товары. Мне нужно всю.
Huh?
Регистрирую приближение клетки изолятора падших к нашей позиции. Моему стражу что-то понадобилось? Хороший выбор, друг мой. Одобряю.
давай подберем тебе все для нового задания. В Эververse найдется все. Проверяю. Распишитесь, пожалуйста. Хочешь взглянуть, страж? В Эververse найдется все, что угодно. Ничего не слышно от Фенчерча. Наверное, он нашел что-то интересное. Страж, у меня много. Я посмотрю. До свидания. Да. Приветствую тебя, страж. Схема данного сооружения не вселяет в меня уверенности. Мир меняется, страж. Ты должен подготовиться и приспособиться. Секундочку. Посмотри поближе. Каждый просит свое. Нам нужно починить это, иначе нас обоих. Должен признать, страж, мне не терпится узнать, какую же диковинку мне предстоит расшифровать. Ненавижу работать на криптах.
Я всегда рад видеть стражей у себя. Даже в таких условиях. Земля – хорошая планета. За нее стоит бороться. Лучших криптографов узнают не по имени, а по качеству работы. Оставайся на чеку, страж. Возможно, мы не в такой уж безопасности, как нам кажется. Это твое первое задание для мертвой армии. Покажи им, что с нами шутки плохи. Отличная техника. Почему они ничего не делают? Оставайся на чеку, страж. Возможно, мы не в такой уж безопасности, как нам кажется. Ты же только что заходил, страж. Невежество – тюремная клетка. Порой энграмма – это ключ, которым можно ее Начнем.
думаю, ты найдешь нашу дружбу приятной.
Регистрирую приближение клетки изолятора падших к нашей позиции. Это привлекло твое внимание?
Скажи, что тебе удалось найти. Справедливо предоставить мне право выбора. Выходцы с рифа вовсе не такие чистюли, какими хотят показаться. Достаточно вспомнить тюрьму старей.